вермишель с беконом буду кушать. Вот вермишель розовый, написано сыр и бекон. Я взял бекончика, пожарил. Немножко. С двумя луковичками. Ролл туда. Пульнул. Приправы не добавлял. Приправа осталась. А что получилось? Ну что, вкусненько. Только бекон много наложил, нажарил. Ну ничего, хотел просто бекон покушать. Вот так, с лучком. Я макароны не люблю, когда они длинные. Я их вот так вот мну, высыпаю, готовлю. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. Добрый вечер. Всем позитивчика. Дом, еще не хватает хлеба. Вилка, конечно, удобнее. Но мне ложка удобная. Больше захватывается. Еще горячее. Китайцы он палочками едят, а то ничего. Кто к чему привык. Еще раз со всех поздравляю со старым Новым годом. Успех всем, здоровья, счастья, любви, всех благ. Ну и, конечно, позитивчик.